значение имени Греза. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Эти люди замечают мистические знаки очень просто. Иногда им достаточно посмотреть на циферблат часов или номер едущей рядом машины. Люди, в чьих именах имеется буква Г, любят рисковать и искать нестандартные пути. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Звук Г прямо направлен на экстрасенсорные способности. Люди, имеющие букву З, в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Ради какого-то своего идеала эти люди могут пожертвовать многим. Материальные блага для этих людей не будут стоять на первом месте, а в некоторых ситуациях интересы близких людей отойдут на второй план. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.